Привет всем! Сегодня 10 февраля, 6:30 утра. Вот собираемся съездить до высадки космонавтов. Серьезно подготовились. Привет всем! Вот разгрузились, находимся в отправной точке село Эрна. Тут где-то живут 200-300 человек. Вот наша команда на заднем фоне. Машины поставили, будем отправляться в путь. По своей земле, к небу, которым живу, снова в ночи летят дороги. День просвета нет. Камочка, она не досталась. Трасса Е-95. Это над головой синяя даль ладит до звезд мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучом звезды. Ну а пока там, где вечер туман ставит на дальний свет, я лечу по своей земле дорогой, которой нет. Снова в ночь летят дороги, день просвет не менять. Камочка, она не рассталась. Трасса Е-95. Встали, говорят, какая-то поломка. Ну, уже понятно, какой снегоход Саммит, старенький, который у нас. Снега вообще замечательно привалило. Кто говорил, что будет легко? Даже на восход 2 нелегко. Снега привалило, парни, да? Нету снега нихуя. Главное, нету свежего воздуха. Ну-ка, парни, что там у вас происходит? Где пробивают? Всем привет от снегодяев. Снега привалило достаточно. Дорожка оказалась сложная. Ну, как все парни всегда говорили, что легко, прямки, проедем. В итоге оказалась у нас первая поломочка. Ну, сейчас вот боремся с пропажей искры на саммите. Я думаю, что все будет хорошо, починимся и поедем дальше. Снега придавило нормально. Увидимся, все впереди. До встречи.
за час проехали 5 километров. А говорили к вечеру обернуться. Ну, обернемся. Должны обернуться к вечеру. Парни не успели отъехать, уже бухают. Да, нет, ну туда, блядь. Нитро покажет класс. Слабовато отсюда? Слабовато, да, это утро? У желтка пропала искра, решили его оставить. Это верное решение. На обратном пути его заберем. Будем эвакуировать. Посмотрим, как это пойдет. Здесь старый мост. Его здесь нету. Проходили по старой лёжке, вот один снегоход упал. Раз, взяли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проехали половину. Привет, парни. Азарт уже немного пропал, да? Азарт уже немного пропал. Клево. Один снегоход оставили. А у меня больше ремней нету. Два ремня спалил. Че такое стало? Сейчас еду тихонечко на шестерку поставил. Я у вас ремень возьму. Вот третий ремень поставил. Перестал. Вот на нашем пути охотники попадаются, рыболовы. Еще сейчас кинем одну технику. Поехали дальше. Госохотнадзор, мужики, оружие имеется? Бросаем нитру. Так, да или нет? Нифига, все серьезно. Далеко?
километров. Так я вот тоже думал, может разворачиваться уже назад. Сейчас думаем, Ямаха у нас остановилась. Сами это оставили и вот решаем либо ехать дальше, либо вернуться обратно. Снег глубокий, тяжело. Кому ты врешь, блядь? Мы едем домой обратно, блядь. Сейчас, сейчас решим! Надо! Так он не может выехать! О, еще там. Можешь его не выставить? Дай, блядь. Не-не, оставь. Вот лучше тот кусок. Обрубите, чтобы Андрюха поехал. Ой, там парни пробивают пуль, путь, пилят. Решили, короче, развернуться. Даже штилька не помогает. Пошли лежаки. Подъем. Снег глубокий. Ну, в общем, все, приехали мы. Вот, вот наша конечная. Андрюха буксует. Тут все тоже очень, не очень. Все, тут опять засадили. Когда современные технологии помогают определить путь, либо возвращаться назад, либо продолжать. Мы, конечно, немножко грустные стали, не проехали это до конца. Не, заебались просто. Вот, ну... Мунам, горте. Чё стоит? В следующий раз поедем. Да! У нас два снегохода там осталось, и вот решили все-таки обратно возвращаться, чтобы эвакуировать, и на ночь не оставаться здесь в снегу в лесу. Спасибо. Но погода хорошая, погода отличная. 100 рублей должен. В следующий раз будем пробиваться. Думали, будет дорожка намного легче, но прошли за 5 часов 20-21 километр. До точки восхода 2 еще 20 где-то километров, 19-20 километров плюс. Обратный путь нажат и эвакуация двух снегоходов. Джуджа, Джуджа, ко мне! Жужа! Кыча, кыча, кыча! Ручная кыча-то, Андрей! Все, домой прилетело. Но. Пацаны там где-то бурятся. Елки пилят. В общем, тут сейчас будем на полянке расслеживаться. Что, Степан? Не доехали чуть-чуть. Чуть-чуть блогер. Вот такой мы столики ебанули. Жена и дочь. Вот мангальчик импровизированный. Вот тушится, готовится, начинает закипать. Вот Серега, блядь, Серега местный леший. Иди-ка, шапочку у него. Довез нас, да? Где это? Дрон. Вот он, где дрон. Вот он. А он один уже там. Эндрю. А зачем это ты делаешь? Вообще, ну. А зачем это ты делаешь? У-ху-ху! Вообще, да. Я понимаю, стакан водки бы плеснул. Не-не, так надо. Так, дорогой мой. Дорогой мой. Яга, чиком. Стакан водочки давно зашел. Уголь, это надо будешь отдать дань. Рыбе. Всю жизнь мечтал так. Мягкий огонь поддержать. Верни, да. Почему в Эрни? Мы проехали почти Каменку и доехали до восхода, давай. В Соли поехали. Да, граница у Соли. Парни,
С 10 февраля во всех. Китайским Новым годом. Главное нам сейчас добраться до дома, а это уже половина пути. Да, приятного аппетита. Ну что, как половничек супчик это уху? Царская уха у нас. Юнга! Ушица, давай сюда еще. Ой, как шкварчит. Нашему шеф-повару отдельный большое спасибо. Вот это вот тушка, белья и все. Че, когда мне влезут-то, блядь? И вот так. Килограмм, блядь, еще. Наша кричалка. Мы катнули. Не гоняли. Мы бухнули. Не гоняли. Кто мы? Кто вы? Где вы? Верни. The game of life is over. We just got to smell the clover. Sing it till your face turn blue. Booty 19. Парни замерзли. Парни решили согреться. And let's time clicking off pop. Давай, говорит, погреемся. В итоге решили погреться, решили покопаться. Если так вот смотреть, ехать вообще некуда и... Поели, попили и домой в путь пора. Сейчас 320 килограмм попробуем потянуть. Нормально. Надо, чем короче, тем лучше. Возвращение домой. Наконец-то горники отдыхают и курлесят и катаются. Утиль один засадили, топчем дорожку ему. Ну тут уже близко. Динамика! Нормально! Саша! Thank you.
возвращаемся. На трассу. Нитро. Тундра. Саммит. Рейнджер. Давай. Андрюха.